Всем привет, ребят. Ну что, мы на нашем бездонатном твинке. Я читаю ваши комменты, видите, лайкаю его по возможности, читаю все, что есть, все, что прочитал, лайкаю. Только что там закончился видосик, и сразу решил вам записать видосик по бездонату. Показал вам, что делается на английском сервере. Новая акция, просто бешеная. Так, это в облике у нас здесь. Короче, ладно, мне это все равно здесь не светит. В общем, вот наш аккаунт. Там многие из вас писали, что сливай, не сливай. Я вам заснял видос, показал, что сливать я не буду. Я их просто оставлю как память. Там многие возмущаются, типа, зачем, лучше слить. Ну, это, в принципе, бездонатные герои, сливать их пока не буду. Дальше время покажет. Использовать я их точно не буду. Я свое слово сдержу, я вам сказал. И, в принципе, это так и будет. Так, окей. Let's go. Бесплатная попытка. Жалко, жалко самоцветов. Так. Что у меня тут есть? Так, кого можно использовать? В принципе, рыцаря можно использовать. О, блин, место в алтаре открыли. 50 самоцветов потратили. Так, эктоплазм, понятно. Бесплатная смена, самоуничтожение. Ладно, пусть будет оживо. Что у нас сегодня будет по контенту? Знаю, многие пишут, скучно, скучно, там не скучно, ребят. Первая неделя в любом случае я буду развивать аккаунт, показывать, рассказывать. Дальше я уже буду, конечно же, качать его в ускоренном режиме. Поэтому терпение, в принципе, мы это делаем не только для тех, кто уже знает и кто хочет посмотреть трэш, но и для тех, кто только начинает, либо хочет начать, чтобы он правильно качал. За 7 дней есть вот такие вот сундучки. За каждый день они выдаются, у меня они уже все есть, стартовый набор. И сейчас мы их пооткрываем. Также, как видите, я коплю здесь варежки. Кстати, надо успеть зафармить по подземочкам. Все, так. Мы тут рыцаря будем качать. Буду силу поднимать по чуть-чуть, поэтому буду их качать. Такс. Пока идет акция, у нас там последние дни, на китайке я уже собрал, надо здесь по максимуму забрать, чтобы либо скин собрать какой-то, хоть один успеть, либо забрать все-таки коробки. Думаю, пооткрывать потом коробочки и, соответственно, уже посмотреть, что же с них выпадет. Ну вот уже 2000, у нас есть новый титул, солдат. Солдат. Что у нас открылось? У нас открылась судьба героев, то, о чем я уже рассказывал. Возможность скачать 12 скиллы героям. Ну, до этого нам, думаю, еще не скоро. Плюс у нас дали подарок. Я об этом тоже рассказывал, что на определенном уровне у нас будет даваться подарок. И здесь будет у нас карта. Еще себе набор за титул. У вас недостаточно места на складе. Вот так вот. Окей. Поехали, пооткрываем. Использовать тоже не могу. Я понял, значит, вливаем героев. Можно такое делать, но не со всеми героями, поэтому не спешите такое делать. Я сливаю из-за того, что мне места не хватает. Так, первый набор стартовый. Let's go. Что здесь нам дают? Расходники, пакет маны, пакет золота, вот слизни, в принципе, для моего уровня неплохие, которыми качать будем таланты, значки почета, об этом я уже рассказывал, и плюс еще самики. Первый набор мы забрали, поехали дальше. Недостаточно места, соответственно, открываем наборчик. Так, значки почета тоже можно смело открывать, нечего хранить их. Такс, бол грома. У грома я тоже сделаю вам отдельно, уже буду рассказывать про героев. Так, что у меня по местам? Давайте посливаем кого-то. Тут у меня слизни есть. Так, ну что мы будем делать? Кого мы будем качать? Давайте пока в рыцаря слизни посливаем.
Лучший навык. Вы можете вот так вот героями, которые у вас есть в алтаре, либо же предметами, которые у вас есть на складе, и теми же самыми карточками героев. Поэтому смотрите внимательно, потому что многие сливают героев, которые у вас есть не защелкнутые. Это очень большая проблема. Чтобы этого не случилось, сразу же показываю. На начальном этапе у вас руны закрыты, вы ничего не сможете поставить. Если у вас где-то будет использоваться герой, вы его не сможете слить. То есть вот внизу есть, что он у меня стоит на таблетке. Видно, то есть самый лучший вариант — это просто ставить вот так вот замочек. Вот где капитан Дрейк, надпись, ставите замочек, и у вас все будет good. То есть он закрыт, и соответственно я его уже слить не смогу. Так, окей. Поехали, открываем бога Грома. Будем его использовать на подземках, пока не выберем следующую имбу. У меня, как видите, я еще не качаю никакие ни таблетки, ничего, не успеваю просто. Поэтому, ребят, скоро все будет в ускоренном режиме. Будет больше самов, то многие хвастаются количеством самов. Я думаю, я смогу вас удивить тоже и обогнать. Так, окей. Есть, поехали, следующий использовать. Так, ну этих можно продать. Панда мне не особо сейчас нужна. Такс. Хорошо, пробуем. Стартовый набор 3. Вот, опять. Фараон дается. Еще один герой. Тоже его открываем сразу же. О нем тоже расскажу. Потом в процессе. Дали нам две карты монстр пропусков. Это на волны. Волны отдельно у нас будет обзорчик. Так, опять у нас не хватает места. Ну, ничего мы не поделаем. Открываем. Еще плюс 200 самиков. Набор 4. Так, тут у нас дали книги. Яйцо синее. Так, фиолетовые эти. Использовать, окей. Карточки на арену. Локация, PvP-локация, которую я вам уже так вкратце показывал, которую нужно ежедневно проходить. Так, стартуем набор номер 5. Атлант. Атлант очень офигенный герой со стареньких. Открываем сразу же его. Востребован даже по сегодняшний день. Так, недостаточно места на складе. Открываем опять самики. 250. Напишите в комментах, со скольки самого вы хотите ролл. Я думаю, 1005 накопить и попробовать первый роллинг устроить. Или больше. Посмотрим. Пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Но по 150 однозначно я ролить не буду. Так, не хватает места на складе у нас, да? Открываем значки почета. Так, пробуем использовать. Опять нам не хватает, да? Ну, хорошо. В принципе, можно эти книги на запашке продать. Так, последний. У нас открылась карточка. Одна карточка есть. Использовать. Плюс 300 самиков. Так, карта легендарного героя. Отсюда можно получить очень много офигенных героев. Хуже всего отсюда падает череп. Было бы круто отсюда его вытащить. Кого бы я хотел с этих героев, которые здесь есть? Ну, естественно, тыковка, купидон. Это самые основные базовые герои, которые нужны вам будут для фарм-локаций, да и вообще для развития аккаунта. А варлок для начального уровня там на PvP локации. Ну, череп это сам по себе. Ну, и триант хорош. В принципе, любой герой отсюда у нас будет очень полезен. Так, окей, с этим мы разобрались. Поехали по Берику. Посмотрим, что там у нас не забрано. Каждый день надо будет фармить золото и ману. Вот, видите, один день пропустил. И уже придется наверстать. Ну, эти дни. Это я что, получается, я вчера не заходил, да? Ну, слоты на склад добавили. В любом случае, их надо тратить. Наверстать, блин, ну все наверстать смысла нет. Но тут дадут карту, с которой можно тоже вытащить топового героя. Ну, в принципе, она ничем не отличается от предыдущей. Так. У нас за этот день наверстать. 100 кулаков. Потеряем немножко самиков, кулаки восстановим. Честно говоря, не особо это радует. Вот спасение мы за то, что мы не использовали какие-то попытки, можем получить
половину без доната. Так, ну блин, забрал, ладно. Так, использовать. Самики открываем. Так, это у нас награды были новогодние. Так, ну что, давайте эмблемку откроем первую. Ложный выпад. Ну, такое себе. Такое себе. Конечно, хотелось бы какую-то ремочку вытащить. Ну, конечно. О, неплохо, 10. Соответственно, у нас уже практически скоро будет на... Да, осталось только 3000 самым накопить на первое. Так, на прокачку героя. Забираем журнал обучения. Вот за определенные задания можно получить определенные плюшки. Здесь тоже это все забираем. Так, ну нужно склад увеличивать. Тут ничего не сделаешь. Новогодняя рулетка, кстати, надо тоже туда зайти покрутить. Так, идем в новогоднюю рулеточку сразу же. Новогодняя рулетка. Видите, что-то вчера провтыкал на этот аккаунт зайти и пропустил, получается, один день, к сожалению. Да, вот видите. Крути. Немножко подключивать, надо будет все-таки переустановить. Давай, тормози. Ну, отсюда было бы неплохо получить, ну, две руны таланта. Ну, и на этом, в принципе, спасибо. Для меня все хорошо на этом аккаунте. Так, также у нас есть... Или у меня еще пока нету? Не, у меня пока еще нету. Так... Такс. С этим разобрались. Поехали дальше использовать. Открываем все значки почета. Они у меня все равно перелимит на данном этапе вообще не уйдут. Так, ну что, у нас есть две карты легендарного героя. Я думаю, самое время открыть. Как думаете, что упадет? Блин, ну хотелось бы тыковку и купидона хотя бы. Хотелось бы очень. Это первое наше открытие карт на этом аккаунте. Поехали. Let's go. И ниндзик. Ну, ниндзик это такое. Унылый герой, честно говоря. Пековка. Суккуб. Упало, короче, ребята. Наверное, как и всем падает с этих карт. Ну, ничего не поделаешь. Пусть пока валяются здесь. Потом попозже расскажу об этих героях. Ну, блин, ну ничего не поделаешь. Так. С этим мы разобрались. Развить ратушу. В первую очередь будем улучшать ратушу и здание. Ну и, соответственно, нужно будет нанять уже скоро строителей. И не забывать подкачивать силу. Вот бесплатно нам показывают, что можно делать. Гарнизон. Про гарнизон я, наверное, вам отдельно видосик засниму. Так, это все можно бесплатно. До 5 минут можно все бесплатно, но это, конечно, не то, о чем вы подумали. Так, хорошо, давайте дальше. Не хватает самиков. Так, ну, как видите, уже у меня 2500 самого накопилось. Так, забрали награды. Блин, конечно, нужно будет все-таки улучшать склад. Улучшаем, открываем юбилейную сумочку. 10 варлока нам выпало. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Так, с карточки смены у нас уже есть. Это радует. Карты смены у нас будут квесты, в которых нужно будет сделать смену талантика и получить, соответственно, 300 самоцветов. И за карты эти можно будет эти 300 самоцветов получать, не теряя 300 на смену, если бы мы делали без карт стандартную. Вот, поэтому... Самое основное, то, о чем я вам уже говорил, у меня здесь даже арены нет, вот это я нуб. Копить карты на таких аккаунтах на китайке, конечно же, с этим все поинтереснее и попроще. В каком плане попроще? Так, нас все-таки требуют у нас название ника, я не знаю, подумаю сегодня над ником, завтра вы уже увидите видос с ником. В принципе, можно пока не спешить особо. Так, давайте построим третью базу. Ай-яй-яй, 4 самоцвета.
Это не страшно, надо все-таки побольше героя будет выставлять. Так, поставили одну имбу. Интересно, ну, был атлант с бегом, но ничего себе. Это жестко. Будет мега нагибашка. Вот, поэтому пишите, ребят, в комментах, что вы хотите увидеть, какие вы хотите увидеть локации, о чем вам рассказать. Я многое как бы знаю, но не успеваю вам все полностью рассказать. Зараз есть еще 4 дня, возможно, даже успеем затащить, если повезет. Поэтому пишите в комментах, комменты я читаю. Сегодня вот такой вот видосик, пооткрывали сундучки, то есть это основное, базовое, я могу вам много рассказывать про здание, про все. До этого мы дойдем, про магию, возможно, будет пару видосов в день, если вы хотите, чтобы было это все быстрее, все зависит от вас. Пишите в комментах, что вы хотите увидеть, и будем, соответственно, продвигаться. Как видите, силушку не проблема накачать, мы ее очень быстро накачаем, и самики тоже заработаем, и скоро у нас будет первый ролик. К сожалению, два таких вот героя выпало, я ожидал, конечно, что будет что-то поинтереснее, но ничего не поделаешь. Все, всем удачи, всем пока.